Всего в 40 километрах к юго-востоку от Санкт-Петербурга находятся удивительные живописные места. Саблино – уникальный природный объект, расположенный около поселка Ульяновка. В этом месте компактно расположились два крупных водопада и более десятка пещер. Около 10 тысяч лет назад Балтийское ледниковое озеро, где-то в центральной Швеции, прорвалось в Северную Атлантику. Когда океаническая вода стала поступать в озеро, оно стало соленым. Так образовалось Иольдевое море. Когда Иольдевое море отступило от своего берега, образовался Тоснинский водопад. Тоснинский – самый большой водопад во всей Европе. Около 30 метров в ширину и более 2 метров в высоту. При большом уровне воды водопад опасен во время купания и сплава. В центре появляется воронка, из которой практически невозможно выбраться. Эти древние места – настоящая находка для геологов. На берегу в камнях до сих пор находят трилобитов и многих других древних животных. Примерно в 3,5 километрах находится второй водопад – Саблинский. Появилась достопримечательность около 5000 лет назад. Водопад является самым высоким в Ленинградской области. Его высота в разное время года колеблется от 3 до 4 метров. В летнее время года река больше напоминает ручей. И надев резиновые сапоги, можно обойти ее вдоль и поперек. Зимой водопад замерзает, но не останавливается. Под толщей льда можно услышать журчание. В середине 19 века в Санкт-Петербурге кипело строительство, поэтому требовалось огромное количество стекла. Тогда и обратили внимание на залежи красного и белого песчаника, который слагал берега реки Тосны. Местный кварцевый песок идеально подходил для стекольной промышленности. Месторождение разрабатывали до начала 20 века. За полтора века под землей образовались рукотворные лабиринты. Горные работы были прекращены только в 1924 году. На высоте около метра над уровнем Тосны лежит локальный водоупорный слой глин. С этого уровня бьют ключи. Выше лежат серовато-синеватые песчаники с большим содержанием глинистых частиц. Их мощность около метра. Далее находится белый кварцевый песчаник, промышленный горизонт, местное полезное ископаемое, используемое в стекольной промышленности. Мощность этого слоя различна – от 4 до 1 метра. Залегает он не везде ровно. Порой образует линзы, утолщения или, наоборот, исчезает. Еще выше цвет песчаника становится кремовым или розоватым. И чем выше, тем больше густота красного цвета. Верхние слои уже темно-малиновые. Их мощность может достигать 10 и более метров. Они непригодны для производства стекла. Над песчаниками идет бронировка – слой ордовикских известняков в виде плит. Входы в пещеры находятся в крутых берегах реки Тосны. Здесь она образует живописный каньон с крутыми откосами. На сегодняшний день открыто 14 пещер, расположенных в ущелье реки Тосны и в долине Саблинки. Вполне вероятно, что их гораздо больше. Пещера «Графский грот»
находится на правом берегу реки Тосны, примерно в 400 метров от автодорожного моста вверх по течению. Здесь река образовала красивейший каньон, имеющий крутые обрывистые откосы. Пещера небольшая, состоит из двух залов. Сумма ходов не превышает 100 метров. Примечателен первый зал с высотой потолков около 5 метров. Свое название пещера получила за то, что наверху, над обрывом, когда-то располагалась усадьба графа Алексея Толстого. Сейчас от усадьбы практически ничего не осталось, кроме запущенных остатков парка и пары прудов. Чуть дальше графского грота находится пляжная пещера. Пещера состоит из двух частей. Первая, у входа, недавно раскопанная, с узкими вертикальными ходами. А дальше почти засыпанные старые ходы, представляющие собой небольшой лабиринт, где можно передвигаться только ползком. Общая протяженность коридоров пещеры пляжная составляет около 100 метров. Высота остальных коридоров первого зала около 3,5 метров. Высота остальных ходов не более 1 метра. Пещера пляжная за все время своего существования очень сильно подвергалась гравитационному воздействию. От этого все современные ходы пещеры имеют уже почти малиновый цвет. Пещера-веревка разделяется на две отдельные, сильно отличающиеся части. Левая часть хорошо сохранилась со времен добычи кварцевого песка. Ходы здесь имеют практически ровные стены и потолки. Здесь можно увидеть довольно редкое явление – случайную сбойку двух соседних ходов. Они рылись независимо друг от друга и в какой-то момент встретились. Один оказался чуть выше другого. Правая же часть типична для всех саблинских систем. Здесь все выглядит так, как будто пещера формировалась под действием сил природы. В правой части пещеры находится длинный ход без ответвлений, похожий по схеме на веревку, который и дал название пещере. Общая длина ходов около 800 метров. Жемчужная – самая известная пещера в Саблино. Свое название она получила по красивым известняковым натекам на сводах. Общая длина ходов составляет около 5000 метров. Высота выработок колеблется от 1 до 2 метров. Это настоящий подземный город. Огромные многометровые залы и галереи в жемчугах, как правило, вторичные, возникшие в результате гравитационного роста. Нередко представляют собой плетниковые шкуродеры. Хаотически падавшие плиты образовали достаточно жесткую конструкцию, которая до поры до времени держится сама и держит всю толщу пород над собой. Между плитами щели достаточно для проползания человека и примерно ориентированы вдоль бывших галерей. Пещерники имеют свои традиции и ритуалы, и, как правило, их не нарушают. Почти в каждой подземной системе есть так называемый хранитель пещеры. В жемчужной он представлен белым спелеологом. На его могиле нужно оставить какую-нибудь полезную вещь, которая может пригодиться попавшему в беду человеку. А в самой системе необходимо соблюдать определенный свод правил, чтобы не вызвать гнев хранителя. В пещере имеются оборудованные стоянки, а также довольно много интересных залов с произведениями народного искусства. Из достопримечательностей, созданных природой, можно выделить небольшое подземное озеро,
которая образовалась после затопления части ходов пещеры. Уровень воды в подземных озерах подвержен сезонным колебаниям и нередко связан с уровнем ближайшей реки. Подземные озера довольно интересны и красивы. Обязательно хоть раз в жизни стоит увидеть эту красоту. В Саблинских пещерах встречаются натечные формы кальцита, представленные небольшими сталактитами, очевидными натеками на песчаников и известняковых стенках, а также пещерный жемчуг. Сталактиты очень хрупкие, они трубчатые, полые внутри, поэтому трогать их нельзя. Встречаются сталактиты различной окраски – белые, желтые и коричневые. Их цвет зависит от примеси солей железа в воде. Чем больше железа, тем интенсивнее окраска. В Саблинских пещерах собирается на зимовку громадное количество летучих мышей. Здесь можно встретить 6 видов, относящихся к 3 родам – кожанки, ночницы и ушаны. В пещеры они прилетают в конце октября – начале ноября и спят там до апреля-мая, благодаря жировому запасу, накопленному за летний период. Наши летучие мыши исключительно насекомоядные, и любимая их пища в летний период – это комары. Отдельные участки пещеры под действием гравитационного вспытия теряют высоту ходов, превращаясь в узкие шкуродеры. Ярким примером является народный аттракцион «Гулкач». Это узкий 20-метровый ход, соединяющий предозерную часть пещеры с заозерной. Когда-то по нему можно было ходить в полный рост.